провод для наружки. Вот специальный провод здесь, он такой витой, как тросик маленький. И вот такие вот зажимы отдельно натягиваются. Дай-ка. Чтобы на проводе, не провод тянул, а тросик этот. Сейчас попробуем, сколько хватит. Вот на эту дощечку прилепить надо. Сучки все опилены. Мешать ничего не может. Ну и вывести под карниз. Ну оттуда вот этот провод соединить с ним. Это вот дома до пульта. Подожди-ка. Так, я тут возьму. И Володя не вижу ничего. И очень аккуратно в карман клади по одной и не урони аппарат. А сейчас гвоздики вниз полетят, шурупчики. Ты можешь заранее это как-то их в карман положить, не дырявые.
Может быть, вокруг сначала ствола обернуть было, чтобы натяжка была на ствол. Володя. А. Иначе она ее выломит. Слышишь? Я знаю, знаю. Сначала вокруг березы-то обмотнуть, чтобы она закрепила. А так-то она ее вырвет и все. Снег там налипнет и... Услыхали мой голос. И идут гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Да мои гуленьки хорошие. Гули-гули-гули-гули. Ну, идите сюда. Идите, ешьте. Семечки я вам принес. Ой-ой-ой. Да гули хорошие. Деревом у нас береза вся облетела. А вот рядом стоит. Это еще в золоте. Вот она, золотая осень-то. Очень сильно на золото похожа. Береза. Но она за оградой, вплотную к ограде, но с той стороны. Так. Это яблоньки, ранеточки маленькие. Это береза на нашей стороне. Вот тут у меня голуби подошли. Ну, хорошие мои голуби, да замечательные голуби. Гули, 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 гули. Я им семечки бросаю, у меня всегда в кармане семечки. Стою в городе на остановке, где всех голубей соберу. Вот там еще, это ли прилетные, то ли мои. Ну, там вот беляки мои, породистые. Сейчас ими не занимаюсь, так, а тогда выйду. Они прям на руки садятся, дерутся, один на одного садятся, а сейчас не касаюсь. Вот они где. Вот они. Володя везде гожий. Высота дома все же опасна.
слава богу, слез. Ну вот сейчас уже натягивать придется дальше. Ты сейчас лезь сюда, я тебя подам. Давай, лезь, лестницу сразу с собой забирай туда. Чтобы она не заскользила. Давайте. Сейчас, я тебе подам. Да, я возьму. Ну, давай сюда. Все, пока.